Всем привет-привет, наши дорогие подписчики, гости нашего канала. Слышно вам или нет, как тут пчелки-нелепушки работают, жужжат. Прям страшно с ними тут рядышком-то и находиться. Ну, если их не трогать, не тревожить, то они ничего вам не сделают. Мы занимаемся выкачкой меда. Сашуля уже слазил в улики, забрал рамки и там с детьми очищают их и будут сейчас качать мед. А я пришла в наш малинник показать вам ящик весь в меде, рамки. И вот чтобы они их хорошо, так сказать, очистили, помыли, мы решили отнести и поставить их сюда. И вот они прилетели. Тут вовсю работают. Отнесли на безопасное расстояние, чтобы не прилетели воровки, не перебили наших. У нас сегодня шикарная погода, светит солнышко, так тепло, хорошо. Хотя вчера ночью прошел очень хороший дождь. С утра еще проснулись рано, собирали нашу малинку. И вот, вроде бы казалось, время обед. И она уже так быстро, что ли, покраснела, которая была немного не доспевшая. Мы собираем, чтобы ягодки уже немного свисали. И тогда они спелые. Вот видите, например, ягодка висит. Кажется, что она уже все спелая. Можно ее... Так, ну-ка, камера, фокусируйся. Не хочет на чем-то другом. Фокусируется. И вот смотришь, казалось бы, что она уже спелая, но на самом деле нет, надо, чтобы она прям сама себя давила на низ. Так, а я сейчас иду домой, будем мы с вами заниматься солением, вареньем, крутить помидоры по рецепту мамы Вали. Очень вкусные у нее огурчики, помидоры. Я уже закрутила по своему любимому рецепту. Потом вычитала новый, очень интересный и многих, который просто покорил. Ну, я еще, правда, не пробовала, поэтому ничего вам сказать не могу. Ну и сегодня вот закрутим еще по рецепту мамы Вали и моей тоже мамы. Так. Ладно, все, закрываем. Дети там помогают Сашуле. Сейчас, может, зайду, поснимаю вам немного, покажу. И как мне нравится эта зеленая лужайка фацелии. И, кстати, вы очень внимательны. Вчера ведь вам показала, но не рассказала. Мы когда ездили в строительный магазин, и многие постоянно пишите: Яна, почему не делаете ворота? Почему не делаете калитку? На это нужны финансы, а наши финансы, так скажем, пели немного романсы. Но сейчас появилась возможность, мы купили, я вам уже показывала, комплект для откатных ворот, который стоит 15 тысяч, и 2 тысячи стоила доставка, обошлось нам 17 тысяч. И вот вчера мы заказали, как правильно называется, не знаю, напишите, арматуру и вот эти вот, ой, как же, в общем, профиль, да, для ворот все нам обошлось 8000 рублей. И вышло, ну-ка посчитайте, 17 плюс 8, и обошлось нам ровно 25 тысяч, как бы это не маленькие деньги, поэтому сразу все сделать и купить просто невозможно. И тоже постоянно спрашиваете, пишите, вроде бы смотришь, да, кажется, что тут метр, а тут 2-3, как некоторые пишут. А у нас тут забор 32 метра, который мы установили с этой стороны. И вот, пожалуйста, с другой. Камера всегда обманчива. И по ней вообще, когда смотришь, непонятно. 32 метра. И посмотрите, у нас тут за территорией так выросла трава. Надо косить, но времени пока на это не хватает, то одно, то другое. И вообще, когда вчера гуляли мы вечером, ну, шли с концерта, смотрю, у многих уже прям так
все заросло. Ну а сейчас, потому что идет основная часть сбора урожая, и просто у людей не хватает времени, как и у нас. Поэтому вот немного, видите, тут все у нас заросло и выглядит грустненько. Ну, все лето косили, был у нас тут порядочек, так что можно. Можно иногда и отдохнуть. Ой, как хорошо. Пришла тут, зашла к своим. У них работа кипит полным ходом. Анютик там вскрывает. Максимка крутит. Папа держит медогонку. Посмотрим, сколько меда я скрутил. Ого, сколько. Ну, сейчас еще будешь ведь крутить. Так, его в другую сторону его нет, будет. Теперь они тут задевают. Папа, тебя начнет крутить? Вот так смотри. Сейчас развернем. Да? Сейчас папа развернет. Медогонка у нас старенькая. Зато какая хорошая. Да, зато какая хорошая. Еще прослужит нам целый век. Папа, мне пчела прилетела. Раньше все-таки все было качественное, мне кажется, чем... Сейчас. Ой. Она мой мед забирает. Мед пошел. Почему твой? Ее, она свой забирает. И Анютик, смотрите, как тут уже работает профессионально. Папе всегда помогают. Интересно им этим заниматься. Одна мама в этом году не раскрывала. А мы тебе и не дадим. Ну да. Тут вам самим мало. Кушай. Да, я буду жвачки. Мама, жевать. Ты оса? Где? Или пчела вот эта? Я не знаю даже. Походу пчела. Покажите. Это оса. Да? Оса, да. Точно оса, Максим? Да, это оса. Покажи. А как, а как ты узнал? Ну-ка расскажи нам. Да там она желтая. А пчела? Ара. Ара. Желт. Ну не эта, моська другая еще. Больше. У нее моська другая. В общем, Максимка различил по моське. Она меня съест. Не съест, не переживай. Ой, Максим, в эту же сторону. Пап, я за... Давай с другой стороны теперь. Вот так, значит? Нет, давай. Ты уже должна их 6 штук распечатать. Какая рамочка хорошая. Прям вся запечатанная. Пчелки наши потрудились на славу. И мы как пчелки. Сыночка, как получается? Ну, как видишь. Скорости добавь. Руки были. Все. Ну, отдохни. Подожди, перевернем. Где? Так. Я хотела остановиться и опять начать. Еще раз переворачиваем. А меда стало больше, сына, ты видел? Я еще не сбежал. Да. Он по ну, сейчас сбежал. Еще сбежит. Вот, вот тут же сама больше. Ну. Из стороны. Да. Ну, я вижу, я тут неправильно положил. Как интересно, да? Одни крышечки отлетают.
переливается, как блестит. Я тут зашла домой, чтобы своим вынести кастрюлю. Ну и сама буду начинать тоже крутить помидоры. Надо подготовить банки, воду поставить. И смотрю, а тут так мило спит на диване, укутавшись в подушках, персик. Вообще сейчас толком не убегает, постоянно находится дома. Наглаживаю его, а он прям лапки вытянул и рад. Да, всем в нашем мире надо любовь. Доброта, и тогда у нас за спиной вырастают крылья, и нам хочется летать. Мы сразу становимся счастливыми, когда нас любят, и мы чувствуем эту поддержку, заботу, любовь. Да? Вот и персику хорошо, видите? Не боится, знает, что его хозяйка не выгонит, может зайти и лечь куда угодно. Но вот выбрал для себя место. Диван. Тут ему, видимо, нравится больше всего. Да, персик? Тебе тут нравится больше всего? Сейчас покажу вам остальных. Буся и Фикс не любят тут лежать. Они выбирают более... Ой-ой-ой. Королевские места. На кровати нашей любят спать. На кресле в зале. Либо на диване в зале. Вот так вот он тут спит. Ну ладно, все, спи. Не буду тебе мешать, то... Скажу, разговаривает, спать мне спокойно не дает. Немного вам мур-мур. Проходит? Не-а. Что-то еще не проходит? Не-а. Что, такой густой, что ли? Продавливается что-то. Может, пойдет. Вот тут такой какой-то желтый. Вкусный, наверное. Что-то он такой вообще густющий какой-то, остывает. Ой, как там дождик медовой. Ну. Что замучиться проходить? Вот тут она год, пап. Дочь. Чего? Я уже тут все приготовила. Сейчас будем начинать солить наши помидоры. Посмотрите, какие они красивые. Есть покрупнее, но они не крупные у меня. И есть прям совсем такие крохотульки, махотульки. Маленькие я буду укладывать, например, вот в эту, да, баночку. Нет, крупнее мы будем укладывать побольше банку, а прям совсем маленькие в банки поменьше. Например, вот в эту. Так, сливаем хорошо воду. Я тут замочила, кстати, еще огурчики. Пока мы будем заниматься помидорами, наши огурцы как раз постоят. Полчасика помоем их хорошо, обрежем и тоже начнем закручивать. Так, что нам надо будет? Это листья смородины, чеснок, перец, соль, сахар, уксус. Ну и, в принципе, все. Кстати, этот рецепт идет именно для тех, которые любят сладкие огурчики и помидоры. На 1 литр воды, давайте я пока буду укладывать, на 1 литр воды рассола, маринада, я не знаю, как правильно, понадобится 1 ложка соли и 5 ложек сахара. 1 ложка
уксуса мы добавляем его уже в конце. Вот видите, с вами заговорилась, но я думаю, ничего страшного, если наш листик будет где-нибудь тут. И чеснок, кстати, нужно укладывать в последнюю очередь, когда вы уже на третий раз будете заливать помидоры свои. И тогда уже мы закидываем наш чесночок, чтобы наши помидоры были более душистые. Так, сейчас перец мы еще добавим с вами. Можно зонтики укропа, но у меня сейчас укропа нет. Все, уже прошел сезон. И мы когда выкапывали чеснок, помните, потом проходили мотоблоком, поэтому остались без укропа. Но я думаю, что ничего в этом страшного нет, что у нас без. Так, сейчас мы сразу добавим. Кстати, еще лавровый лист. Ну, а если любите поострее, я уже говорила, можно добавить горький перец. Может, кто-то уже готовил по этому рецепту. Напишите. Будет интересно тоже почитать. Так, ну ладно, все. Не отвлекаюсь. А то видите, когда разговариваешь, вообще забываешь, что к чему. Поэтому не отвлекаемся. Воду я уже тоже поставила кипятить. Нагреваются крышки, у меня там стерилизуются. Чтобы все было быстро-быстро. Там вообще целый рой. Где рамки в малине. Там поснимаем, там вообще куча. Да. Там даже где ящик перевернул в лужу, аж тек вот так вот. Уже как будто сухо. Ну эти возьми с ними. А то пока мне некогда. Что-то у меня тут все бежит по всей кухне. Крышки большеватые. Хотя вроде для обычных банок. Посмотри. Первый рассол мы не выливаем, а сливаем в кастрюлю. Потом сюда добавляем сахар, соль. И как закипит, уже будем заливать помидоры. Добавляем уксус на то количество, сколько у вас рассола. Я уже все приготовила. Сейчас у меня тут закипает, видно или нет, вторая вода, которую мы будем заливать. И пока наш маринад будет тут кипеть. Кстати, у меня ушло ровно на это количество баночек. 5 литров. В последнюю очередь добавляем чеснок и уксус в последнюю очередь. Залила помидоры на второй раз. Теперь добавляем в наш маринад, который мы заливали первый раз помидоры. Мы его не выливаем. Так, добавляю я соль, сахар. У меня здесь почти 5 литров, поэтому я добавлю 4,5 ложки соли. Не сильно, вот видите, полных. 1, 2, 3, так, 4 пойдет. И 4,5, нормально, я думаю, будет. И 25 ложек сахара. Этот рецепт подойдет для тех, кто любит сладкие огурцы и помидоры. Так, ладно. Отключусь, чтобы не сбиться.
чеснок режу, чтобы помидоры наши были более ароматные. И, кстати, помидоры долго в кипятке не держу, все-таки это не огурцы. Никого не учу, просто показываю, как закручиваю. Да. Чтобы учить, еще и для этого молода. Сама вот делаю, что увижу, кто как скажет, подскажет. Так, сюда, наверное, побольше все-таки банка литровая. Ну и все, сейчас будем уже заливать. Пока я там солила огурцы, помидоры, к нам пришла Алина. Вот быстренько прибежала показать вам ее, а то все потеряли, куда она пропала. С Анютой уже не дружит, что у них случилось. Да просто лето, на речку ходила купаться с мамой, да, скажи, Алин. Некогда было, соленье, варенье маме помогала крутить. Вот сегодня время появилось, пришла Анютик, там уже показывает ей, что купили мы ей. К школе в том году к Алине ходила, Алина показывала, что купили, а в этом году вот Анютик уже показывает. И рюкзак там, смотрю, достала. Алин, у тебя каким цветом? Черным просто. Тоже черный? А, я же говорю, все, у Анютика, наверное, какой-то переходной возраст. Чем старше, почему-то всех тянет на черное. Ну ладно, не будем смущать, пусть мы тут... Мы уже взрослеем. Ой, ну все, взрослые, взрослые. Ладно, играйте, не будем их смущать, отвлекать. Просто хотелось Алину показать, а то многие переживали, куда она пропала. А у нас время пролетело, баньку растопили. Сейчас пойдем еще выбросим мусор. Ну все, начинаю тут секретничать, подружки. Захожу в зал, а тут такая картина. Нагулялись, пришли уставшие, и вот каждому... По креслу, догадайтесь, кто здесь спит, Буся или Фикс? Ой, как хорошо. Потягушки, потягушки. А персик уже ушел, выспался, гулять пошел. На улице уже темнеет, надо закрывать окна. И, кстати, хотела вам сказать, я для этого цветка «Женское счастье» заказала кашпо точно такой же, как у меня и для долларового дерева. Должно прийти сегодня-завтра. Давайте покажу вам свой цветник с дома. Как он выглядит. Все, тут у нас дорога, поэтому пора уже окна закрывать. И с этой стороны окна открыли, чтобы проветрилось. А то вода кипело и как-то дома прям душно. Вот такое вот кашпо я заказала. Максимка ходит, скучает, мой мужичок. Девочки играют, а он один. Вот такое вот кашпо я заказала. Очень мне оно нравится. Но я говорю, мои дорогие подписчики плохого мне не посоветуют, как и я вам. Я от него просто в полном восторге. И тоже читала комментарии многие. Ой, думаю, что тут такое-то камушек, такой гладкий, Максимкин, любимый. По поводу своего блокнота многие написали, что это Анютик. Кстати, да, мои любимые колоски и цвет волос точно такой же. Чудеса вокруг нас. Вот прям какие правильные слова. Главное верить в эти чудеса, и чудо обязательно произойдет. Пришли мы на мусорку, встретили Екатерину. Бухтят тут с Александром Николаевичем. Посмотрите, какую у нас красоту навели.
Весь мусор вывезли. Контейнеры стоят абсолютно пустые. И вот люди снова... Не могут донести 10 метров. Да, сами все... Прям так хочется это слово сказать, да? Ну вот скажи, не контейнеры знаю. Пустые, все так убрали. Вот посмотрите, ни одного... Люди не хотят чистоты просто. Да. Граждане, доносим за вас. Да, вот кто не донес, кто смотрит, вот правда, неужели было сложно донести? Просто вот обидно, да? Рабочие все убрали. Контейнеры пустые, донесите, поставьте туда. Сейчас собаки будут лазить, просто все разорвут и опять разлетится по всей территории, тем более рядом школа. Специально дошла до контейнеров, чтобы показать. Они до конца еще не полные. Можно даже поставить вот сюда, чтобы так сильно не летело. Ну нет, надо бросить там. А потом в группе, знаю, что сейчас полетит в нашу сторону, да, Кать? Полетит в вашу сторону, очень хорошо. Да, сейчас нас... наших людей, Дмитрий. Да, сейчас закидают в нас, ну просто реально обидно. Ладно, если бы были полные контейнеры, рядышком поставили, никто бы не сказал ничего. А тут вот просто не донесли, кинули сюда, и потом все летает. Зато, я говорю, в нашей группе, Дмитриевка, столько возмущений, почему мусор не вывозят, почему все летает, когда люди вот сами, ну, свинячат, а как еще сказать. Ладно, там траву можно сюда. Ну, а пакеты-то можно донести туда, закинуть было. Да хотя бы в эту перегородку поставить рядышком. Давайте хранить природу, чистоту и порядок. Чтобы, да? Дышалось легче. Чтобы дышалось легче, чтобы шел и приятно шлось тебе, а не вот это вот тут все летало. Тем более скоро 1 сентября. 1 сентября. Так все убрали к приезду. А нам ходить мимо здесь. Угу. Ну, я говорю, приятно убрали. Ты представь, сколько времени. Вот жаль, что я вам не показала, что тут было до этого. Летало аж вон туда все, на территорию. Тут такие вот просто небоскребы были. И сейчас. Смотришь, и глаза радуются за такой порядочек. Так, ладно. Что, Екатерина, давай. Давайте. Давайте. Что, пошли? Ой, собачка. Каждый в свою сторону. А мне в какую сторону? Тебе в какую, не знаю. Тебе налево, тебе налево, мне направо. Мне налево? Ну, Катя подсказывает, налево. Налево, Саша. Ладно, все, пошли мы домой. Я тут подловила Анютика, дочь. Ты что там делаешь? Ты спать собираешься? Говорю, давай, убирай все со стола, сортируй уже, до школы осталось совсем немного. Все распредели и спать ложись. А она, смотрите, что делает. Подъедает тут мороженое. И как не болеть после этого? Ест там просто холоднющее, ледяное мороженое. Напишите, кстати, как ваши дети любят есть. У нас вот Анютик любит тарелочки. И вот сейчас у нее, например, появился термос такой для еды. Мы прям основательно готовимся к школе. У нас дети очень плохо едят в школе. И проблематично как-то у нас с питанием. И мы вот приобрели такой термос вообще уже очень давно, летом. Вот так вот взять с собой. Ну, дочь, дай покажу. Анютик выбрала в черном цвете Арктика. Я не знаю почему, но вот у нее в этом году самый, наверное, любимый цвет черный, да, дочь? И рюкзак черный, и термос черный. Ну, все-все-все в черном цвете. И даже бутылочка черно-белая. Ну и, в общем, такой вот классный термос. Он выдерживает температуру первых и вторых блюд до 12 часов, а холод так вообще до 24 часа. Очень здорово. Надежная крышка с ложкой в комплекте. Ну, покажи, дочь, свою любимую. Ложечка красивая. Да, ложечка красивая. Удобная такая, компактная. И такой термос поместится просто даже в дамскую сумочку. Он очень маленький, легенький. Вот ребенку в школу очень удобно взять. Либо, не знаю, на работу. Ну, термос классный. В общем, термос не оставит вас голодным, и тем более он изготовлен из пищевой нержавеющей стали и пластика, которые не влияют на вкус и безопасны для
здоровья. Так что ешьте там, где вам удобно, и не беспокойтесь о приборах. Складная ложка будет всегда вместе с вами. И крепится она к пробке. Ну, дочь, покажи как. Вот, все очень хорошо закрывается. Ничего не прольется, никуда не убежит. Ложечка. Ну, классно. Да. Такая вот получается крохотулька-махотулька. Может быть, кто-то тоже хочет приобрести такой термос для еды для своего ребенка, либо на работу. Присмотритесь. Расцветок, кстати, очень много. 5 расцветок. Мы вот выбрали в черном цвете, а Максимка для себя выбрал в желтом. Потом покажем вам, да? Обязательно и его тоже. У нас уже время доходит 9 часов. Мы напарились в баньке с легким паром нас, и кто мылся в баньке, попили чай. Наташа ушла домой, а мы решили вот открыть водонагреватель, посмотреть на нашего красавца. Знакомые приехали с Тамбова и вот завезли его нам. Я уже давно вам говорила о том, что у нас водонагреватель старенький. Еще он был у нас от старых хозяев, которые раньше жили здесь, я не знаю, сколько ему лет, и он у нас очень маленький, всего лишь на 15 литров. И последнее время он у нас начал, так скажем, глюкать, ну уже все, отработал свое, и пора ему, наверное, его приудались, забитый, да? На пенсию, да, вот когда... Напора нет через него. И напора нет, ну потом как его разберем, Александр Николаевич все любит разбирать, смотреть, в чем причина поломки, в общем, почему он сейчас перестал у нас барахлить, надо будет выяснить причину, может быть, его еще можно сделать, и мы его вообще планируем, если сделаем, повесить в бане, вот, и приобрели мы новый водонагреватель, вот такой вот. Я говорю, Сашуль. Добавилась работка, теперь надо все это соединить, поставить. Да, ну а как по-другому? Решили мы заказать новый водонагреватель Ресанта. Да, смотри, на русском все написано нагрев. Да, красивенький сеть. Такой. Нагрев, сеть. Максимально это вот выбрать можно температуру, безопасная работа, защита от перегрева, устройство защитного отключения, надежная конструкция, бак из нержавеющей стали, защита от накипи и коррозии, электронный дисплей, экономия, кстати, электроэнергии, Сашуль. Выбор режима от 30 до 75 градусов, высокоэффективная термоизоляция, у меня уже язык устал, и 7 лет гарантии на внутренний бак. Ну, мощность, видишь, 2000 ватт. Выглядит стильненько. А, ну, тут... он и отключается, это когда нагреет на максимум. Электрический. Вес 10 килограмм. Выбрали мы на 30 литров, хотя я прям слез... Побольше, ты говорила, надо было на 50 литров. Но я тебе говорю, что я тебя слезно уговаривала на 50 литров. Ну вот Сашуля решил, что надо брать на 30 литров. Почему? Вот объясни подписчикам. Не, ну нам как раз брать. Нам 15 литров мало. Ну, кончается. Это очень мало. А 30 литров в самый раз, а 50 литров будет лишняя вода греться. Зачем? Ну я хотела... брать вот на 50 литров вообще. Что, раскрывать? Крепление есть, видишь? А, и крепление все идет? Да. О, видишь, как здорово. Стену, краник. Ну, так что завтра уже, наверное, Сашуле, это надо будет тебе поменять. Ну, куда? Потому что он и войдет как раз. Не помыться ничего. Сейчас покажем вам наш. Видите, он маленький, уже желтый. Ну, старый, я не знаю, тут пишется год, какого он года вообще? Где-то пишется. Вот, видишь, 2008, наверное. Ага, да прям нет. Или 2006, наверное, 12. Ну вот, что-то тут пишется. Непонятно вообще. Ну, он вообще у нас, видите, уже старенький. Я говорю, он прям барахлить стал. Вот такой вот. Уже все. Посмотрим, почистим, разберем. Да, так что надо будет уже закрепить нам. Новенький установить. Ой, тут, видите, вот такой вот. Да, я еще, видишь, искал, чтобы он был плоский, не такой круглый. Ну да, он, кстати, вот и хорошо, что ты выбрал такой. Я вообще не касалась выбора. Посмотрела, что красивенький, аккуратный, и на этом все. Ну, главное, чтобы вода была
горячий. Ну и правильно ты выбрал, что такой компактненький. А то есть и круглые же водонагреватели. А этот много места не будет занимать. Тем более у нас ванная комната тоже небольшая. Ну здорово, конечно. Вот. В коробке пришел. Все очень хорошо упаковано. Завтра будем... Если все получится, устанавливать. Хочется уже нормально мыться, а не так, что горячая вода, потом резко перепадки, холодная, и ты там потом кричишь на весь душ, да? Ты хочешь достать его еще, не? Посмотреть по... Сброса воды. Ну, здорово. Ну, потом еще вам покажем, когда уже установим, как он там у нас встал, и как это все будет... работать. Ну и ссылку обязательно оставлю вам на интернет-магазин Ресанта. Там огромный выбор, чего только нет. Может, тоже себе что-нибудь присмотрите. У нас очень много инструмента Ресанта. Мы довольны. Я считаю, что книжечка на русском. Бюджетные цены всем по карману. И самое главное, отличное качество. И мед так мне не удалось перелить. Наш медик стоит тут. Так что все, наверное, мои дорогие, еще раз нас и вас с легким паром будем прощаться вот на такой ноте. Всем пока-пока. Показали вам свое приобретение. Красавца, уже не терпится, честно говоря, его повесить. Да. Там уже пластик желтый весь. Да, там вообще, да, старый. Ну, представь, мы уже живем 4,5 года, да, 4,5? И сколько он у хозяев был бывших, тоже неизвестно. Я говорю, он уже отработал свое. Ну, тоже хорошая, кстати, фирма. Ну, если удастся нам его наладить, то еще будем пользоваться и пользоваться в баньке. Совсем, да, может, еще и поработает. Ладно, все, мои дорогие, всем прощайся, Саша. Пока. Всем пока-пока. Спасибо за вашу поддержку, советы, за то, что вы с нами. Ну и вы сами знаете, что вы у нас самые-самые лучшие. И не забываем счастье там, где семья.